выбросили тебя, и ничего нету. Ни камня, ни коровы, ни собаки, голая вода. Что делать? Вся задача была остаться живым. Ну что, в 41-м война началась. В сентябре сравнялось мне 17 лет. Все. В октябре я получил повестку. Сразу направили в станцию Туймазы, Башкирия. Там была школа младших командиров. Все, переодели нас в английскую форму. Английская форма чем отличалась? Шинель у нас серая, а у них светло-зеленая. У нас обмотки, тряпка, но она обшита все, и 2 метра длиной. И вот ее ботинок одел, наматываешь ее. Вот намотал, и уже снег не попадал. Все. А нам дали вместо этих обмоток гетры. А ее одеваешь, там она на ступне завязочком, нельзя сказать. Вот. А тут вот крышка, ну, пришитая на ботинок, на все. И все, и одеваешь, вот тут привязываешь. Уже не мотаешь. Курс этого молодого бойца я прошел тут. В декабре нас переодели и в эшелон. Грели, стояла буржуйка или железная печь. В окно труба и все, сами топили. Было в некоторых вагонах, он даже чуть не задыхались, еле вытаскивали. И месяц нас везли. То, что везли ночью. Ведь нигде нельзя было сказать, куда мы едем, зачем мы едем. Мы приезжали на станцию, нас загоняли на день в какой-нибудь тупик, где ни людей, никого. Все, и мы там сидели. И вот нас везли на Дальний Восток. Приехали в Владивосток мы. Я сразу попал в артиллерию. В апреле месяце приезжает секретарь комсомольской организации. Все, нас собирают, 20 человек, и в Петропавловск на Камчатке. Оказывается, пришли с Америки корабли, 5 фрегатов. И был дан приказ набрать немедленно, но чтобы никто не знал. Еще нас прям собрали, сказали капитан-лейтенант Горелов: «Сынки, запомните, никогда нигде не говорите, на пенсию пойдете, помолчите сколько можно, что вы служили на американских фрегатах». Все, на корабль. И меня сразу на этот. Я был командир отделения дальномерщиков. 3 человека, центральный наводчик и 2 боковых. Все. Мы сопровождали, допустим, десантные суда американские. В Японском море там все это, а ночью только, все это секрет был. Все, и ночью шторм сорвало одно судно. У них спереди, вот плоский перед, у нас острый, а у них плоский. И вот одну сорвало, и она вот этим острым боком 5 пробоин у другой сделала. А ночь, дождик еще моросит, ничего не видно. И подняли тревогу, что делать? Все выбегают, все по своим местам. И прям цель какая-то там. Командир выбегает и шумит: «Дальномер, дальность». Я обязан ее дать. Еще люди бегут, а я должен дать дальность. Все, до самолета или до любой цели. Самая большая сложность – непогода. Я и сейчас, наверное, разбуди, я сейчас бы, наверное, ну, хоть зрения уже нет, но все равно я самолет, я прям слышу, где он летит. В Японии была Квантунская армия. Это армия, которая днем и ночью, сколько я помню, она всегда воевала. Почему они хитрые, мудрые, умные? Они окопы не роют. У них все вырыто, все, у них железобетонные доты, дзоты такие. У них все пристрелено, муха полетела, не могут ее убить. Но у них еще, чем опасны они, то, что были у них смертники. У них вот в этих дзотах сидели пулеметчики.
И он был прикован на цепи. Этот смертник, он родился, его готовили. Его учили отдельно, он питался отдельно. И они жили, кормились до боя. Ну, они умные, хитрые, но мы же тоже не дураки. Тоже все пристрелено, все размечено, и знаем, где какой до, где сколько человек. Что нас выручило, допустим, нашу армию? Пришла армия Рокоссовского. Люди битые, пристреленные. Рокоссовский их набрал всех с лагерей, с тюрем. 3 дня эту Квантунскую армию уже разбили. Роскошь русской армии, то, что они все делают быстрее. Наши солдаты, наши танкисты, когда еще при Петре Первом собирались корабли, войны шли, наши успевали выстрелить 1,5 раза, а не раз. Почему мы наши побеждали? Война, это 45-й год, кончилась как-то неожиданно. От Владивостока до Магадана – это граница. Это вот земля, а вот вода. Пришло известие. Все, сразу началась стрельба. Сразу же не поймешь, что. Кончилась война. Эту радость, ее как-то нельзя рассказать, что ли, показать. Мы же ложились спать, мы не знали, утром мы будем живы или нет. Это же война. А там, допустим, вот японцы – это умные и хитрые люди. Они наших сколько убивали, сколько вырезали. При таком ужасе, я вот сейчас вот думаю, и как же с ума не посошли. Ведь понимаешь, ну, жить-то охота. Тяжело представить, а вот когда там, это тяжело забыть. Вся задача была остаться живым. Ну, во флоте там чем хорошо, там нет твое-мое. Там вот служим мы, вот, допустим, втроем. Если ты ошибся, нас троих нету. У нас 150 человек команда. От одного 150 человек зависели. Один ошибся, все. И второй, вот представляешь, что вот выбросили тебя, и ничего нету. Ни камня, ни коровы, ни собаки. Голая вода. Что делать? Рассказывают, там вот на лодке спаслись, там все это. Это тысячный случай. Вода 5 минут и остыл. Почему вот говорят, о, сдались. Не сдались. Ему спастись надо. Вот они хоть вот, некоторые корабли тонут, подойдет враг, он брал. То, что я сам лез, надо мне жить. А так я не выживу. В море всегда вода холодная. Вернулся домой очень хорошо. В апреле месяце был приказ демобилизовать. Нас списали с кораблей опять на нашу батарею. В военном билете записано, командир орудий, все, больше у меня записи нету. Потому что я был эти 6 месяцев на фрегате, это нигде не писалось. И вот я за сутки приехал домой. 27 декабря я открыл дом, сидят мои, ужинают девчата, ребята, и я вот он. И вся встреча. Ну, а потом уже утром там все соседи, все нужны. Ну, деревни все собираются, все. Танцы, пляски, все, радость. Как же. Очень хорошо.